А за окном ни дождь, ни снег, а голый человек. Мужчина в костюме Адама сидит на крыше дома строителей 28 и стонет. Очевидцы вызвали спасателей. Этого мужчину соседи знают не понаслышке. Они рассказывают, что поведение всегда было неадекватным. Правда, на крышу еще не залезал, а вот выпрыгнуть из окна пытался. Пусть прыгнул бы, раз жить надоело. Одна у нас прыгнула 2 года назад. Подняться сюда в таком виде и рисковать свою жизнь мужчину могло заставить действительно что-то серьезное. Причины и мотивы сейчас будут выяснять не полицейские, а в первую очередь врачи. Ведь речь может идти о психическом расстройстве. Алсу Арсланова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.